твои слова, твою улыбку мы будем очень-очень часто вспоминать. Ты нас согрела, взрастила и нас воспитала всех 9 уже взрослых сыновей и дочерей. 5 дочерей и 4 сына ты на ноги подняла. Благодарим, ты наша дорогая мать. Мы будем помнить твои руки, взгляд, улыбку. Ты подарила ты поражала добротою нас своей, не забывала нас ни на минутку, всегда с улыбкою встречала у дверей. Но мы, придя куда-то, торопились, не рассказал подробнее до конца, как, мол, дела устроились, сложились, все суетились, куда-то все спешат. Но нет пути дороги назад. Мир иной ушла ты навсегда. С тобой мы ненадолго попрощаемся. Мы скоро встретимся у ног Христа. Свой крест с тяжелой жизни, трудной, с достоинством и честью пронесла. Для нас была ты очень нужной. Молитвой нас спасала, берегла. Ушла от нас, твои молитвы смолкли, о детях, внуках, правнуках своих. Иной ты в жизни не хотела доли, став сильной Иисусе в немощах своих. Я пришла у нас, вы знаете, Благодарю.
раді, звісно, що усі наші брати і сестри, всі ходили, всі провідували, усі допомагали. Нехай вас Господь благословить усіх. Ближче 497 без возвращения. Небеса, Господь.
Слава Тебе! Будь прославлен и возвеличен Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Прийшло. Шановна вічна, ми багато чули, ми благодарні, за що ви відкликнулись, помогли і проводимо нашу маму, як говорить, в останнє время. І з праха ти взяв, і в прах ти возвратився. А тепер, мабуть, я далі ми трошки дамо місце тим, хто тут буде опускати її. І ми після цього, як опустять, направляємося туди на обід. На яке время свята? Там є время якесь определене. Зразу і туди. Так. То ми зараз трошки одійдемо всі в сторону, діти особливо. І...
Дай мне. Дай мне.